Всем привет! И сегодня я покажу, как импортировать карту из Garry's Mod в Blender за 4 минуты. Короче, что нам потребуется для начала? Первое, нам нужно скачать плагин для Blender, он называется Plumber. Вот мы перешли по ссылке, листаем вниз, нажимаем на вот эту кнопку и Windows X64. Сохранить. Далее мы добавляем этот плагин в Blender. Надеюсь, все знают, как это делать. Далее мы должны найти карту, которую мы хотим импортировать в Blender. Так, что мы делаем дальше? Далее мы копируем адресную строку карту и переходим на сайт Steam.Blender. Мы вставляем сюда ссылку на нашу карту. Вот, и напишет, мы можем видеть, что этот файл то-то есть на просторах Стима, поэтому все скачиваем. Сейчас я вам расскажу о проблеме, если у вас не вылезает такой же табличка, как у меня. Вот, скажем, я нашел какую-то карту, хочу ее скачать, но мне пишет Question, do you know a Steam KMD и то-то. А что делать в том случае? Мы нажимаем Yes. Далее, мы должны скачать программу Steam KMD. Вот она. Далее, вот, листаем чуть-чуть вниз, нажимаем на ссылочку и сохраняем. Вы должны создать папку для Steam KMD. Потом вы перемещаете программу в папку и запускаете ее. У вас должна начаться установка обновления или проверка, я уже не помню. Когда у вас все завершилось обновление, мы пишем логин Anonymous. Вот connecting Блять, короче. Все, мы подключились к Стиму. Так, дальше мы копируем вот эту, блять, что это, команду и вставляем ее сюда. И все, мы просто ждем, пока у нас скачается предмет. Так, вот. Далее мы должны скачать еще одну программу, называется она GVTool. Я скачивал через Gamer Lab. Так, вот у нас скачался файл. Мы должны его скопировать в новую папку. Вот мы ее сюда скопировали, все. Далее мы ищем программу GVTool и сюда ее копируем. Это говнище не копируется. Мы открываем данную программку и вот так зажимаем и перекидываем. Опять нажимаем извлечь. Все. Zip файл можно удалить. Опять повторяем ту же процедуру. И все, как мы видим, у нас карта. Короче, просто есть карта в открытом виде, все. Но сейчас нас интересует импортирование карты в Blender. Итак, что мы делаем дальше? Нажимаем на Maps. И вот, мы видим BSP файл. Но, как мы помним, что плагин Plumber, который мы скачивали для Blender, он поддерживает VMF файлы. Короче, мы должны скачать еще одну программу. BSP CK Windows. Ее можно также скачать на GitHub. Это несложно. Даже показывать не буду, вы у меня самостоятельные. Вот, мы когда скачали программу, нажимаем на нее. И вот, нажимаем на пакетный файл Windows. О, все запустилось. Далее мы нажимаем на Edit. И ищем путь к нашей карте. Вот, Village. Так, Maps. Вот он, BSP. А нажимаем на Other. И Extract Embedded, короче, Files, да. И нажимаем Decompile. Вот, пожалуйста, теперь у нас есть VMF файл. Далее, нам нужно будет скопировать папку Materials и принести ее в эту папку. Если она у вас уже будет Materials, ничего не надо делать. Если у вас этой папки не будет, то перекидывайте. Далее мы заходим в Blender, нажимаем файл, импортировать Plumber и VMF. Опять ищем путь до нашей карты. Декомпилированной карты. Maps и вот VMF. Короче, у нас есть вот декомпилированная карта. И можно вот делать, что захотите с карты. Хоть делать на ней постеры. Ух, нихера себе. И да, источники света то же самое. Все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я чем-то помог. Может, это нет, может, вы это все и знали. Всем пока.